Ой, лисинка, а? Мокренький мой. Шисен. Вот. Ну так, да. Люблю грозу в начале мая. Ну что? По одной? Яйко, млеко. Бабка, шнель, шнель! Забитый гемах! Киндер сюрприз. Хороший мальчик. Ну, чуть-чуть. Ну? Хочешь? С дядей хочешь поговорить, а? А? Ну, чуть-чуть. А когда вы построите сарай? Что еще за сарай? Это магазин будет? Нет, сарай. Нет, магазин. Нет, сарай. Какой сарай? Это магазин будет? Нет, сарай. Нет, магазин. Нет, сарай. Корм для животных, собак, кошек, попугаев. Китикет. Это наш двор. Ну и что? Ваш двор, а магазин будет. А что у тебя? Только старший брат есть, да? А сестры нет, а? Позови сестру. Это наш двор! Сколько лет, Китикет? Сестра у меня есть! Сколько лет? 12. Не годится. Она большая. А у тебя двое родной сестры постарше, нет? Дело же не в комплекции. Вы врете все, вы врете, врете, врете. Это сарай, сарай, сарай. Это сарай, это сарай. Вот увидишь, построим магазин. Если сестру постарше не приведешь. Вот увидишь, построим магазин. Если сестру постарше не приведешь. Вот увидишь, построим магазин. Если сестру постарше не приведешь. Вот увидишь, построим магазин. Если сестру постарше не приведешь. А потом... Вот увидишь, построим магазин. Если сестру постарше не приведешь. Кто забрал? Вот увидишь. Забрали камикадзе. Потом если сестру постарше не приведешь. На улицу и сказал, вот отдай уточку. Это камикадзе. И ударил по зад. Это моя вот уточка. Я ее первую магазин. Нашел. Отдавай если уточку. Постарше не приведешь. Эй, ты камикадзе. Вот
Разве это погода? Это не погода. Это не знамо что, а не погода. Что в прошлый год, что позапрошлый год. Когда надо сухо, мокро. Когда надо мокро, сухо. Работники проработали 2 часа, а платим как за целый день. Фу ты! Ну как тут не взроптать? Ведь бросят же сейчас работать! Арбайден, давай! Шнель, мужик! Заводи конец! Давай! Хорош. Красивый, красивый. Хороший, красивый. Хохонечки, хохо. Эх.
Очи всех на тебя, Господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремени, отверзающий щедрую руку твою, исполняющий всякое животное благоволение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Есть и пить рабам твоим, пусть Бози едят и насыщаются, и славят имя твое святое. Всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя твое, да приди царствие твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царствие и сила и слава во веки. Аминь. Мне бы сегодня с вечерним поездом ехать. Чего? Мне бы сегодня с вечерним поездом ехать. Давно пора. Я и так уже 2 недели пропустил. Лекции начались. А сарай, можно сказать, готов? Сарай, можно сказать, готов. Поезжай, чего тебе? Спасибо, мама, я помню. Сарай, не магазин. Возьми и поезжай с Богом. Сарай без тебя доделают как-нибудь. Ему деньги нужны. Это сарай, не магазин. А что, без денег, пожалуй, не уедешь. Это сарай, не магазин. Это магазин. Если нужно, хоть сейчас бери, давно бы взял. Без денег и дня не прожить. 1 можно. 2. 3 можно прожить. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Сколько тебе нужно? Ну, собственно, дорога стоит. Я знаю, сколько дорога стоит. Вот тебе. На билет и сдача тут останется. В дороге пригодится. Благодарю вас. Благодарю. 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 Благодарю вас. Благодарю. 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 В прошлом году я не сразу нашел. Работу. Не знаю, что бы... Не знаю, что будет в этом году. Как быстро найду себе какой-нибудь заработок. Вы знаете, я вас попросил, ну дайте мне, пожалуйста, немного денег на учебники и на обеды. Этого хватит. Бери. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю. Следовало бы еще попросить на книги, на... плату за квартиру, но пустое сотрясание воздуха. Благодарю вас, благодарю. Благодарю вас. Благодарю, благодарю.
Благодарю вас, благодарю. Тысячу благодарностей. Ты бы дал бы ему еще денег на туфли? Ну как ему ехать в такой рвании? Или ботинки купить? Пусть мои старые возьмет. Они еще совсем новые. У него размер теперь другой стал. Ноги выросли, ноги растут. Ну, хоть на брюки дай. Смотреть стыдно. Одно дело, в чем землю копаешь, другое, в чем по асфальту ходить или в трамвай садиться, чтоб от тебя не отодвигали, чтоб не пересаживались на другое сиденье, как он мне рассказывает. Мне его рассказ слушать неприятно. В письмах-то он все приукрашивает, а как приедет, так и проговорится. А помнишь, как ему сказали? Юноша, вы бы зубы почистили. Не зубы, а туфли. А ты бы голову помыл. А ты бы ноги ну, помыл. Ну, хоть бы ему на брюки дал бы. Смотри, а стыдно. Ведь он уже не маленький. Ему совестно ходить раздетым сейчас не старые времена. Ну, я тебе говорю, ну, хоть свитер ему купить. Смотри, стыдно. Ведь он уже не маленький. Ему совестно ходить раздетым. Да я тебе говорю или нет. Хоть бы свитер ему купить. Ты что, меня не слышишь? Не слышишь ты, что притворяешься? Я тебе говорю. Или не слышишь? Притворяется, притворяется, сидит! Хоть бы свитер ему купить, смотреть стыдно. Ведь он уже не маленький, ему совестно ходить раздетым сейчас не старые времена. Я тебе говорю, ну хоть бы свитер ему купить. Смотреть стыдно, ведь он уже не маленький, ему совестно ходить раздетым. Хоть бы свитер ему купить, смотреть стыдно, ведь он уже не маленький, ему совестно ходить раздетым сейчас не старые времена. Каша, каша, телевизор. Каша, каша. Каша, каша, телевизор. Мормышки, мормышки. Каша, каша, телевизор. Мормышки, мормышки. Мормышки, мормышки. Мормышки, мормышки. Мормышки, мормышки. Каша, каша, телевизор. Каша, телевизор. Ну хоть бы свитер ему купить. Смотри, стыдно, ведь он уже не маленький, ему совестно ходить раздетым. Сейчас не старые времена. Я тебе говорю, хоть свитер ему купить, смотреть стыдно, ведь он уже не маленький, ему совестно ходить раздетым, сейчас не старые времена. Да я тебе говорю, хоть свитер ему купить, смотреть стыдно, ведь он уже не маленький, ему совестно ходить раздетым, сейчас не Жан, сними очки, ты мне рвешь чулки. Очки. Грабьте, грабьте, обирайте, до нитки обирайте, выжимайте последние. Петя хорошо учится. Душите за горло. Валя, отличница. Грабьте. Сарай построили. Не сарай, а магазин. Я это только хотела. Я ничего не хотела. Это я только хотела магазин. Сказать. Я ничего не говорю. Я молчу, чтобы было тихо, спокойно, чтобы никому не обидно. Я стараюсь, у меня не получается. Я не виновата. То есть я виновата. У меня не получается. Всегда неожиданно. Всегда хочешь как лучше. А оно внезапно оборачивается.
магазин. Это магазин, а не сарай. Это сарай. Это магазин. Это сарай, а не магазин. Все, это магазин. Все, я спокойно. Это сарай. Пусть магазин. Сарай. Это сарай. Пусть это магазин. 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 Сарай. Я магазин. Все, сарай. Магазин. Сарай. Магазин. Сарай. Магазин. Сарай. Магазин. Ой. А? Ты моя хорошенькая, ты моя пушистенькая, ты моя мурлыка. Ты не пугайся, это мы не на тебя кричим, это мы сами на себя кричим. Ты моя маленькая, ты моя пушистенькая. Все твои детки утопили твоих деточек. У тебя другие будут детки, я их топить не буду. Не буду, не буду. Прости ты меня. Я прошу вас прекратить, потому что я прошу вас прекратить, послушайте. Послушайте меня. Цены на корма. Послушайте. Вот начнут подниматься. Да вы меня послушайте. Послушайте. Цены на корма вот-вот начнут подниматься. Послушайте. А у меня силосная яма не готова. И осталось 3 работника, плотники. А плотники яму копать не станут. Плотники ямы не копают. Всю мою бригаду сманили на мельницу, как ты знаешь. И этих 3 бы сосед увел, если бы я не пустил слух, что они из мест заключения. Я и сам так подумал. Думаю, чего такие спецы вкалывают за такие маленькие деньги. Зато с погодой им повезло. 2 часа работают, а я плачу, как за целый день. За полный рабочий день. Да, но я серьезно хотел с вами поговорить. А я разве не серьезно с тобой говорю? Да нет, я серьезно хотел поговорить с вами. Да молчи. Да я... Да послушайте молчи. Меня. Молчи, когда я говорю. Молчи вот. Я что хочу, говорю, а ты молчи. Ты молчи, когда я говорю. Я что хочу, то и говорю. Понимаешь, дармоед? Да нет, я в твои годы меня. Деньги зарабатывал. Ты, подлец, знаешь, сколько ты мне стоишь. Знаешь, сколько ты мне стоишь? Молчи, молчи, я тебя из дома выгоню. Я тебя из дома выгоню. Ты сам говорил, учение свет. И ты молчи. Объели, отпили. Так нате вам и деньги. Шейте себе новые сапоги и мундиры. Покупайте фраки и кроссовки. И всякое кружевное исподнее, что человеку очень для жизни необходимо. А когда начнете, накупите, когда с деньгами покончите, когда у вас деньги кончатся, когда у вас деньги совсем кончатся, вот тогда все продавайте. И скотину продавайте, проедайте, и дом продавайте, проедайте, и землю продавайте, проедайте. Я отвык, понимаете? А вот тогда идите милостыню попрошайничать. Вы понимаете, я отвык. И под дождем, и под зонтиком, я или в трамвае, отвык, или понимаете? В троллейбусе. Рассказывайте вы пассажирам, рассказывайте, что вам деньги это на операцию необходимо. Да или пожар, мы погорельцы, пожар, кричите, пожар! Подобные сцены. Или что вы все из сумасшедшего дома убежали. Молчи! Молчи, это ты во всем виновата! Вызывают нервные это расстройства. Ты их всех так воспитала, учительница, учительница! Ты несвоевременная, это да ты их всех так воспитала! Ты его так воспитала! Он нас не уважает! Он меня не уважает! Он тебя не уважает! Он денег не зарабатывает! Он Богу не молится! Он в церковь не ходит! Он в Бога верует! Он в церковь ходит! Вас 10, а я 1. Я вас всех из дома выгоню! Ха-ха-ха! И куда же мы все пойдем? С вещами на выход! Thank you.
неубедительны ваши попреки. Ничего мне от вас не нужно. Я скорее с голоду умру, чем съем у вас хотя бы еще одну картошку. Вы слышите меня? Да ничего мне от вас не нужно. Я скорее с голоду умру, чем съем у вас еще хотя бы одну картошку. Надя, заберите, возьмите назад ваши подлые деньги. Смотрю. Балет. Красиво. Смотрю. Балет. Смотреть. Красиво. Когда вы прекратите эти спектакли? Эти наши общие обеды просто какой-то анахронизм. Я говорю. Эти наши общие обеды просто какой-то анахронизм. Петя, только пожалуйста, без ругательств. Варя, отличница. Пустая форма, из которой выветрилось содержание. Это называется анахронизм. Какой ты умный, Петя. Но злой, Петя, злой. Нам легко рассуждать, а отцу деньги достаются тяжелым трудом. А вы бы, мама, лучше дали Варе словарь иностранных слов. А, честь кстати, имею. Где он? Словарь? Такой толстый синий? А он у меня под комодом лежит. Там ножка обломилась, и если вытащить, все рухнет. И Варя, возьми, новый комод собери. Покупать. Возьми, собери посуду и вымой ее. Я не хочу. Да.
Раньше ты говорила, потом помою. Или говорила, сейчас дочитаю и помою. Или говорила, мама, я спать хочу. Я устала. Попозже, через 10 минут. Ну что, папа, вышли денег? Так, Петро? Бегут наши дни, исчезая во тьме, ничто не вернет их назад. Но снова звучит, приближаясь ко мне, этот день, эта ночь, этот сад. Музыки светлая нить, вновь оживают забытые дни. Далеко, далеко нас уносит весна, когда вдруг в тишине звучит из окна. И снова живем мы в волшебной стране, и светом наполнилась даль. И вновь возвращается детство ко мне, навсегда, навсегда, навсегда. О, как прекрасно весны цветенье, тихо струится сияние дня. О, как прекрасно весны цветенье, тихо струится сияние дня. Вновь раскрывается мир для меня. Далеко, далеко нас уносит весна, когда вдруг в тишине зазвучит.
этот мотоцикл нужно разобрать на запчасти. Да рухлядь! А представляешь, идешь ты в город пешком, в руке у тебя посох. На, взбодрись. Да не видишь, делом я занят. А представляешь, идешь ты в город пешком, в руке у тебя посох, за спиной котомочка, ты в рваных ботинках, даже шапки нет. Да, короче, даже шапки нет. Идешь ты, идешь, поля, леса, поля, леса, снег падает, все белое, белым-бело, холод собачий, и, наконец, свалился и умер ты. И в газетах сообщение, там ты тогда-то, студент такой-то, умер от голода. Представляешь, как отец будет переживать? Или еще нет, ты живой, ковыляешь, а он за тобой бежит, отец. Умоляет вернуться, взять деньги, ты на него ноль внимания, даже не повернулся в его сторону. Да, идешь ты, идешь, поля, леса, поля, леса. В лесу избушка, ты стоишь под окошечком, а окошечко светится. Ты просишься на ночлег, тебя пускают, и ты видишь... Это, короче, разбойники мафиозные. Или еще нет. Ты попадаешь в большой дом, это вилла, короче. Тебя там поют, кормят. На рояле тебе играют. Ихняя дочка, красавица, миллионерша. Тебя влюбляется. У нее свои причуды. Да, причуды. И она говорит, люблю вас и хочу вас замуж. И тут появляюсь я и говорю, девушка, что же вы? Это же мой братишка. Да зачем у него, нам короче, ни кожи, ни рожи. Сарай? Ну зачем он нам? Ведь не было же еще ни года, чтобы он не воздвигал какого-нибудь сарая или амбара. Ну нет, нет, не потому что надо, а просто для того, чтобы целый день бегать по кучам мусора и жаловаться на расходы. А не дурно бы тебе назло отцу отравиться, утопиться, застрелиться или еще что-нибудь, оставив коротенькую записочку. Подвезите меня, пожалуйста, до города. Трактор поле, дыр-дыр-дыр, мы за братью, мы за мир. Послушайте, вы меня до города подвезете? Ну или до станции? До города нет, до станции нет. А до церкви подброшу, если покажешь, где она тут у вас находится. Покажу. Тебе руль не мешает, нет? Нет, спасибо. Ой! Ну, извините. Чуды богачей, а?
венчаться в какой-то заштатной захолустной церкви, а? Короче, это как ее? Экзотика. Экзотика, да. Еще, короче, это... Эротика. Нет, это... Романтика. О, романтика. Мы за працю, мы за мышь. А вы богач? Ха. Да. Да. Ты понимаешь, я эту церковь проскочил, теперь кручусь, верчусь вот здесь вот. Ты мне ее покажи, а потом я тебя после венчания до станции, а может и до города заброшу. Только ты мне про себя напомни, потому что я забуду. Я вам благодарен. Я очень вам благодарен. Ну, ты мне симпатичен. Ты мне очень симпатичен. Этот, как его, Ломоносова мне напоминаешь, вот. Да. В лаптях и тоже в город. Да, yeah. Вот такой я, неимущий студент. А вот этот поворот на церковь. Вот, вот, вот здесь вот, вон церковь, да, вон. Да, да, вижу. Гляди, 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 отливала небесно. Раб Божий Петр, рабе Божий верь,
во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раб Божий Петр, рабе Божьей Вере, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раб Божий Петр, рабе Божией Вере, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божья Вера, рабу Божию Петру, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божия Вера, рабу Божию Петру, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обручается раба Божия Вера, рабу Божию Петру, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Говорите аминь. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, отроку патриарха Авраама шествовай в средоречии, посылая у невесты те господина его Исааку жену, и ходатайством водоношения обручите Ревеку открывай. Сам благослови обручение рабов твоих, сего Петра и сия Веры, и утверди еже у них глаголанное слово. Утверди я еже от тебе святым соединением. Ты бы изначало создал еси мужеский пол и женский, и от тебе сочетовается мужу жена, в помощь и восприятие рода человеча. Сам убо Господи Боже наш, пославы истину в наследие твое, и обетование Твое на рабы Твоя, отцы наши, в коем жду роде и роде избранная Твоя. Призри на раба Твоего Петра и на рабу Твою Веру, и утверди обручение их в вере и единомыслии, и истине, и любви. Ты бы, Господи, показал еси датися обручению и утверждатися во всем. Перстнем дадеся власть Иосифу в Египте, перстнем прославися Даниил во стране Вавилонстей, перстнем явися истина Фамары, перстнем Отец наш Небесный, щедр бысть на Сына Своего. Дадите Бог глаголит перстень на десницу Его, и заклавши тельца у питанного, ядше возвеселимся. Сама десница Твоя, Господи, Моисея вооружив в чермнем море, словом Бо Твоим истинным небеса утвердившися и земля основася, и десница раб Твоих благословится словом Твоим державным и мышцею Твоей высокую. Сам убо и ныне, Владыко, благослови перстни и положение сие благословением небесным. И ангел Твой да предыдет пред ними вся дни живота их. Яко Ты, еси благословляя, освящая всяческое, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молимтеся. Не жужжай ты, Дэвид Матвеевич, как шмел. Не стой ты спиной к алтарю. Это не принято. Эта девочка жужжает, как шмел. А не я. Дэвид, ты где находишься? Как ты себя ведешь? Тебе вышлют из нашей страны. Ищи молитву о великом господине и отце нашем, святейшем патриархе Алексии и всей во Христе братии. Что это было? Молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, Петра и Веры. Господи, помилуй,
як умилостив и человеколюбец Бог еси, и тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Следуйте за мной. Блаженни всебоящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов твоих снеси, блажен еси и добро тебе будет. Жена твоя, яко лоза плодовитого, страна к дому твоего, сынови твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы твоя. Се тако благословится человек, бояйся Господа. Благослови тебя Господь от Сиона, и узриши благая Иерусалима вся дни живота твоего, и узриши сыны сынов твоих, мир на Израиля. Имаш или Петр, произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль паяти себя в жену сию веру, южезде пред тобою видиши. Говорите имам, честны отче. Имам, честны отче. Не обещался ли сей иной невесте? Да, в смысле нет, честный отче. Имаш или веру, произволение благое и непринужденное, и твердую мысль, паяти себе в мужа сего Петра, его же пред тобою зде видиши. Имам, честны отче. Не обещалась ли еси иному мужу? Не обещалась, честный отче, не обещалась. Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. Не понимаю, зачем это сюда истеричных пускают? О свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся. Слава тебе, Господи, слава тебе! Помяни, Боже, и воспитавшие их родители, за ним молитвы родители утверждают основание домов. Помяни, Господи, Боже наш, рабы Твоя, уневестившиеся, сшедшиеся в радость сию. Помяни, Господи, Боже наш, раба Твоего Петра и рабу Твою веру, и благослови я, дашь им плод чрева доброчадия, единомыслия души телес, и возвыси я, яко кедры ливанские, яко лозу благородную, дарую им семя Класина, да всякое самодовольство имущее изобилует на всякое дело благое и тебе благоугодное. И да узрит сыны сынов своих, яко новосаждение масличное, окрест трапезы их, и благоугодивши пред тобою воссияют, яко светило на небеси в тебе, Господи нашим. С тобою же слава, держава, честь и поклонение безначальному твоему Отцу и животворящему твоему Духу, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Боже святый, создавай от перстя человека, и от ребра его создавай жену, и спряги ему помощника по нему, заеже так угодно быть твоему величеству, не единому быть и человеку на земле. Сам и ныне, владыка, не спасли руку твою от святаго жилища твоего, и сочетай раба твоего, сего Петра, и рабу твою сию веру, за нее от тебе сочетовается мужу жена, сопрези я в единомудрии, венчай я в плоть едину, даруй има плод чрева, благочадие, восприятие, яко твоя держава и твое царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Да что же это такое? Ну что же это такое? Уберите ее, она ненормальная, уберите ее! Уберите ее! Боже мой,
Венчается раб Божий Петр, рабе Божьей вере, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодарю. Венчается раба Божия Вера, рабу Божию Петру, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Боже наш, славою и честью венчай я. Господи Боже наш, славою и честью венчай я. Господи Боже наш, славою и честью венчай я. Вон мем мир всем и духови твоему премудрость. Роки имен глаз осьмы положил виси на главах венцы, вот камень честны, живота просишь у тебе. И дал еси им. А курить хочется. Терпение. Живота просишь у тебе, и дал еси им. Яко даси им благословение век века, возвеселишь я радостью с лицем твоим. Какая сегодня Вера миленькая. Я на нее не налюбуюсь. И не робеет. Привычная. Ведь второй раз венчается. Да-да-да, правда. Все равно я ей от души желаю. У нее болтай, доброе сердце. Болтай. Положил еси на главах их венцы, шубу, под камень честных. Вы здесь, наверное, не пройдете. А вон! Он просто светится. Кто? Ну кто? Жених. Просто светится. Да, он, кажется, искренен, но как-то судорожно. Это естественно, его ситуация. Ты венцом давишь мне голову. Да как же я давлю? Я держу на три сантиметра от головы. Говорю тебе, давишь. Нет, не давлю. Нет, давишь. Нет, не давлю. Так я выгляжу. У тебя есть зеркальце? У тебя есть... У вас есть зеркальце? Что? Я так и думал. У вас невыразительное, заурядное лицо. Оно, правда, несколько бледное, но это нормально для блондина с голубыми глазами. Есть множество людей ничем не лучше, чем я. Между прочим, и вы такой же. Да. И себе держи повыше венец, давишь. Какой вздор! Да говорю тебе, давишь. А я тебе говорю, нет, не давлю. Нет, давишь. Нет, не давлю. Не ссоритесь. Давит он мне. Тише. Любите своей жены, яко своя телеса. Любя его свою жену, себе самого люблю. Губернатор здесь. Где ты его видишь? Правого клироса, рядом с Алтуховым, якобы неофициально. Да. Вижу. Он с Машенькой Гансен разговаривает. Это его пассия. Прилепиться к жене своей. И будет два в плотике. Тайна сия велика есть. Аж же глаголю во Христа и во церковь, а бачи и вы по-единому, ижды свою жену, сице да люби, як уже и себе, а жена да боится. Все-таки в церкви не принято употреблять ненормативную лексику. Мужа. Мирти. Сейчас венцы одевать будут. Надевали уже. Смотрите, вам нужно быть интересно, как иностранцы. Что за фамильярность?
Не Дэвид, а Дэвид Израилевич. Он же человек всемогущий. Ой, что ты можешь, что ты можешь? О, Дэвид Ефраимович может купить, продать, заложить. Перекупить, перепродать, перезаложить, подкупить. Распродать, погубить, разорить, 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 погубить, распродать опять. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем. И духами твоему. От Иоанна, святаго Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мем. Во время оно. Во время оно. Брак бысть в Кане Галилейстей, ибе мать Иисусова ту, зван же бысть Иисус и ученицы Его на брак, и не доставши вину, глагола мать Иисусова к нему, вина не ему. Не понял. Глагола ей Иисус, что есть мне и тебе, жено, не уприди час не мой. Понял. Но этого нельзя было предвидеть. Я предлагала венчаться в городе. Да. Какие ко мне могут быть претензии? Глагола мать его слугам, ежаще глаголит вам, сотворите. Бех уже того доноса камень не шесть, лежащий по очищению иудейску, вместящий по двима или трием мерам. Глаголы им Иисус, не наполните его доносы воды. Наверное, и наполнишь их до верха. Скоро и конец. И глаголы им, еще водить ныне, будут. И принесите архитри клинови. Кис-кисы, задавили, что ли? И принесоша. Яко же вкуси архитри клин вина, бывшего от воды и неведящего откуда есть. Ты себя плохо чувствуешь. Слуги же ведиху, почерпшие воду, пригласи жениха архитри клин и глагола ему. Кто сейчас тонал? Не знаю. Ты в порядке? Прежде, я окей. Доброе вино полагает, и когда упьются, тогда худше. Ты же соблюл, еси доброе вино доселе. Се сотвори начаток знаменем Иисус в Кане Галилейстей, и яви славу свою, и веровавши в него ученицы его. Всяк человек прежде доброе вино полагает, и егда упьются, тогда худше. Ты же соблюл, еси доброе вино доселе. Се сотвори начаток знаменем Иисус в Кане Галилейстей. И яви славу свою, и веровавши в него, ученицы его. Какой? Репина. Держу повыше венец. Добрый день. Скажи что-нибудь. Скажи ей что-нибудь, чтобы не мчать. Поздоровайся, в конце концов. Господи. Живу потакая всяческим иллюзиям, вызванным расстройством зрения, желудка и мозга. Боже, Отец наш, молимся, услыши и помилуй. Господи. Живу. Подакая всяческим иллюзиям, вызванным расстройством зрения, Боже, желудка твоей, и мозга. Молимся, услыши и помилуй. Мы здесь венчаемся, а вы молчите.
и вы молчите. Я? Прекратите стонать. Да. Мы встречаемся. А вы молчите. Да. И вы молчите. Да. И вы молчите. Да никто не стонет. Померещилось тебе. Почудилось. Показалось. Померещилось? То есть что, никто не стонал? Нет. Нет, никто не стонал. Немножко что-то. Просто не умеет себя вести. Вот и все. А что это такое? Ну, просто это просто невозможно. Боже мой, хотя бы дверь открыли, умерли от жары. Совершенно неприлично ведет себя публика. Надо пойти покурить. Создателек святаго храма сего и о всех почивших отцов. Молчите. Не говорите ничего. Я тоже помолчу. Промолчу. Буду молчать. Нем, как рыба. Я нем, как рыба. Все это противоестественно. Покойница явилась. Вы заброшены всем законом природы. О, Боже мой! Что? 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 Божий, Петра и Веры. Ее ведут, а она не хочет. За колонну увели. Кого? Где ты видишь эту колонну? Ну, эту, которая плачет. Нигде от этих баб проходу нет. Сидели бы дома. Дома бы и плакали. Вчера какая-то отравилась опять. Врачиха. Доктор наук. Докториха. Тише. 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 Оценишься, Господи, услыши и помилуй. Ушла в себя, Иллушка там вздремнула. Еще молимся о возносящих и добродетельных. Что это такое? Курить! Труждаясь, курить! Предстоящих людей ожидают от тебя. Да, а вчера опять отравилась какая-то жена доктора. А вчера опять отравилась какая-то женщина. Да, не доктор жена, сама она доктор. Что значит говорят? По телевизору говорят, о базаре говорят. Все это сплетни, слухи, легенды. То из окон какие-то девки якобы выпрыгнули, то докторша якобы отравила, то какая-то якобы Татьяна, якобы Рин. Ну куда уже? Все уже, до свидания. Татьяна Репина. Это не важно. Одно лицо, два лица. Сплошные. Дело в том, что это сплошные феминизмы. Всякие климаксы, самозажжения. Бомбы. Да. Лечиться не хотят, воображают себя нормальными. Нормально. Да. Такими же, как и я. Да-да. Минздрав считает, что курение особенно опасно и вредно для здоровья в церковной ограде. Это ее шишки. Да, конечно, в церковь зайду, молиться буду. Нет, не Петр его звали. Это все Татьяна. Вот зайди и помоли. С которой он отравилась, сказал. Которая. Партнерша его. Да. Совсем? Совсем отравилась. Вы что? Отравилась совсем. Умерла. Сожительница. Об этом знают все. Совсем отравилась. Умерла. Вскрывали недавно. Вскрытие. Отравление. Ну и что? Похоронили, что? А он? Вот. Венчается тотчас же. Чтобы доказать, что он не причастен. Ну, с одной стороны, не причастен, а с другой стороны, деньги нужны. Глупость. Выдумка. Кому он должен доказывать его, что к суду привлекает, что ли? Юридические доказательства существуют. Она же совершеннолетняя взрослая женщина. Была. Ну, когда деньги нужны, то и женился бы тихо в ЗАГСе, а не в церкви, ну. Ну, надо же к себе внимание привлекать. Он же артист. А так про него же все скоро же забудут. Да, одна отравилась, с другой венчается. А публике очень интересно. Тут целый год без голоса петь можно. Не отшлагивай. И все счастливы. Совершенно непонятно. С одной стороны, чтобы доказать, что он не причастен к отравлению. С другой, для аншлага. А с третьей, из-за денег. Нет, непонятно. Это сплетни. Как раз и с одной, и с другой, и с третьей стороны все понятно. Такой увлекательный клубок. С одной стороны, скрыть хочется, а с другой стороны, надо афишировать. А невеста
хорошенькая. И слава богу, и хорошенькая, и попа большая, и деньги, и любит. И живая. Да, еще докторша какая-то. Или в гостинице. В общем, рай здравия поговариваю. И молимся, рабек Божий, Петре и Вере, венчающиеся друг другу. Тихо, 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 тихо. Это не шмел, это комар. Убить комара в церкви – это большой-большой грех. Бывают комары в церкви? А зачем тогда ладан? В Киеве бузина, в огороде дядька. За вся православные христианы. С легкой руки этой Репиной это уже четвертая отравляется. Вот объясните-ка мне, батенька, эти отравления. Психоз не иначе. Подражательность думаете? Разговаривающим в храме посылаются скорби, сказал преподобный Амбросий Оптинский. Самоубийство заразительное. Это Репина своей смертью отравила воздух, создала атмосферу. Все женщины теперь заразились и помешались на том, что они оскорблены. Может, в церкви отравлен воздух, чувствуете какой-то прищай? Разговаривающим в храме посылаются скорби, сказал преподобный Амбросий Оптинский. И невидим от всякие напасти, беды и скорби. Все эти транссексуалы. И недугов избавиться, и подать и здравие с долгоденствием. Сколько психопаток этих развелось! Ужас! Мужчины всегда так, потому что они любить не умеют. Ни женщин не любят, ни детей. Не орите, пожалуйста. Перестаньте орать и стонать. Перестаньте. Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Котельников! Ну, Господу ничего. О, Боже мой! Татьяна Петровна здесь, она здесь. Мысленное повторение таблицы умножения меня успокаивает. Повседневность меня успокаивает. Ты сошел с ума. Ты с ума сошел? Господи, ты Боже наш, больной какой-то. Во Спасителем Твоем смотрение сподобивый в Кане Галилейской. Ты сошел честны показать ума. И брак Твоим пришествием. Ты с ума сошел? Сам ныне работает. Задернутая женщина, это она. Я узнал, видел. Да никакого сходства, ну разве что в мире единомыслие и сохрани. Все, не честный шучись. Брак молчи. Покажи. Нескверная их ложь на соблюди. Ради Бога, я едва на ногах стою. Это она. Это не она. Нет, она. Нет, не она. Она. Нет, не она. И давай договоримся, что я тебе венцом не давлю. Не давишь. Хорошо, давлю, но это не она. А! Кто это? Прошу вас, не разговаривайте. Вы мешаете нам совершать таинство. Стойте тихо и молитесь Богу. Надо страх Божий иметь. Ты боишься, Бог наш. Бог еже миловати и спасати, и тебе славу высылаем с обезначальным твоим отцем и всесвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Пошли сказать охране, чтобы никого не пускали. Кого еще впускать? Все здесь уже. Церковь и так битком набита. Она. Молчи, молчи, не шучи. Она, Татьяна, здесь. Я узнал, я понял все. Ты, я понял, ты, наконец понял ты, все. Ты бредишь, она на кладбище. Искрените у нас ненависть, соблюдать диету и побольше ходить пешком. Я нет должен. Слов. Вся эта офтально-гастральная, церебральная штука – обман зрения. Не хватало еще этого. Петр, что с тобой? Тебе плохо? Дурно тебе? Нехорошо. Завернутая женщина – это она. Мы виноваты. Она стонет. Какая женщина? Я внушаю себе, что этого нет. Что мне показалось? Ты ее не видишь. Где? Теперь она рядом с нами. Она за твоей спиной. Нельзя оглядываться. Котельников давит мне голову венцом. Нельзя оглядываться. Не оглядывайся.
Я могу заплакать. Не пугай меня. Держи себе внимание. Если я буду сдерживать слезы, я могу чихнуть. И свое согрешение всегда зреть, себе пред Богом и пред всеми смирять. Будь здорова. Я бы самого себе такой любить силой, действом и благодатью Пресвятаго Своего Духа. Будь Господу здоров. Помолимся. Вера бледная, как смерть. Кажется, слезы даже на глазах. А он... Обрати внимание! Другие, братью, но я же ей рассказывала, что у него была эта злополучная история с Татьяной. В Царство ей небесное, конечно. Но, возможно, всякие эксцессы. У нас это любят все раздувать. Господи, хлебом не кормить, дай кого-нибудь поистязать. Надо было ехать в глухую деревню. Ну, а это же и есть глухая деревня. Да, действительно, ты права. Свято, мирный, то, что несчастная женщина отравляется, это не в счет, это наплевать. Надо попросить отца Ивана Ангел поторопиться. На ней лица нет. Она может просто неожиданно брякнуться. Пойди поторопи. Ну что ты стоишь? Фактически уже пошла. Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. Добрых и полезных душам нашим и мирови у Господа просим. Скоро обедня кончится. Сейчас поедем. Она это, она. Я все больше... Проникаюсь в теории обмана зрения, возникающая в результате заболевания глаз, мозга и желудка. А у меня еще небольшое растяжение связок. А ты как считаешь? Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастия Святаго Духа и спросивши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Исподоби нас, Владыко, содерзновением неосужденно смейте призывать и Тебе небесного Бога Отца и глаголати. Это не в счет, это наплевать. Правильно. Расступитесь, ребятки, хочу на колени встать. Помяни, Господи. Я тоже. Усопшую рабу твою Татьяну и прости и грехи вольные и невольные. А нас прости и помилуй. Да светится имя Твоя, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земле. Хлеб нас наслужащий дашь нам есть. И остави нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. И веди нас в искушение, избави нас от лукавого. Ибо Ты есть Царствие, и сила, и слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Просто цирк какой-то. Футболист. Только я не могу. Я тебя сменю. Сменю. Нашего жениха какая-то муха укусила. Ты посмотри, как дрожит. Женщину завернутую, что сейчас истерика была. За Татьяну принял. Галлюцинирует. Ты смотри, как бы он какой-нибудь штуки не выкинул. Не, выдержит. Не таковский. Да. Круто ему приходится, а? Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Мир всем! Главы Ваши, Господи,
преклоните. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господу помолимся. Боже, вся сотворивый крепостью Твоею, и утвердивый вселенную, и украсивый венец всех сотворенных от Тебе, и чашу общую сию подавай, сочетавающимся к общению брака, благослови благословением духовным. Яко благословися Твое имя, и прославися Твое царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Сейчас, наверное, водить будут. Доктор, что, скрывали? Нет. Говорят, ее муж бросил. А Сабинин жених тоже Татьяну Репину бросил. Правда это? Ах, она была великая актриса. Да, я помню, как ее скрывали. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа. Что с вами? Что? Успокойтесь. Что с тобой? Что с тобой? Махайте. Дайте мне. Махайте. Петя, все нормально. Петя, помогите кто-нибудь. Петя, помогите. Ну, кто-нибудь, помогите. Успокойтесь. Держите. Петя. Это к смерти. Это к смерти. Гулик дождю. Да. Сильная скотина. Выдержит. Подойдите. А вы должны, возьмите спичку, должны допить до конца. Полотенце. Держите. Полотенце. Руки ваши соедините. Крест. Готов. Не туго? Нет. Исаия, ликуй. Святые мученицы! Слава тебе, Христе Боже! Евангелие, как все это длинно! Да, пора душе опустить душу. Извините. На покаяние. Дышать невозможно, я уйду! Нет, через мой труп. Не пройдете, ждите, через мой труп. Возвеличися, женише, якоже Авраам, и благословися, якоже Исаак, и умножися, якоже Иаков, ходя и в мире, и делая ей в правде заповеди Божия. И ты, невесто, возвеличися, якоже Сара, и возвеселися, якоже Ревека, и умножися, якоже Рахиль, веселящийся о своем муже,
хранящий пределы закона, за не тако благоволит Бог. Давайте свечи. Премудрость, честнейшую тебе славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово родшую сущую Богородицу тебя величаем. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. И же в Кане Галилейской пришествием своим честен брак показавый Христос истинный Бог наш, молитвами пречистая своей о Матери, святых славных и всехвальных апостол, святых боговенчанных царей и равноапостольных Константина и Елены, святаго великомученика Прокопия и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Аминь. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое споспешение подашь, Господи, ныне сочетавшимся рабом Твоим, Петру и Вере, и сохрани их на многое лето. Поздравляю тебя. Извини, Вера. Вера, будь счастлива. А я счастлива. Да. Я все равно счастлива. Да. Потому что я люблю его. Ой, а я так люблю, когда кто-нибудь кого-нибудь любит. Верочка, дорогая моя, никто никого не любит. Я... Вера. Значит, кроме меня. Прости. Сейчас едем на кладбище. Прямо сейчас мы с тобой едем на кладбище. Прямо сейчас едем на кладбище мы с тобой. Ты опять с ума сошел. Что мы будем делать? Ради Бога, едем, я прошу тебя. Ты должен с невестой ехать домой, сумасшедший. Да плевать я на все хотел, будь оно проклято тысячу раз. Все, я еду, панихиду отслужить. Впрочем, я сошел с ума. Едва не умер. Ах, Котельников, Котельников, я видел ее, видел. Она ж на кладбище. Мне надо отдохнуть, сменить обстановку. Угу. Отдыхать на кладбище будешь или как? Что?
Я говорю, она умерла. Умерла! Я был на похоронах. Я уезжал. Потому всякие сомнения. Я на гастролях был. Ее нет? А где же она? Я был на гастролях. А где она? Как-то беспокойно без нее. Страшно и вместе с тем, каким-то необъяснимым образом, чудесно и ставшее драгоценным для меня переживание. Поцелуй жену. Пойдем? Пойдем, пойдем. Умер, шмумер, лишь бы был здоров. О, как прекрасно весны цветение, тихо струится сияние дня, вновь раскрывается мир для меня. Народу-то навалило, кричат, шумят, стонут, вопят. Да, богатая свадьба, живут люди. Все это ни к чему, зря. Что зря? Да вот, венчание, каждый день венчаем, крестим, хороним, а все, никакого толку. А чего бы ты, собственно, хотел? Так, ничего, все зря, и поют, и кадят, и читают. А Бог все не слышит. 40 лет тут служу, и ни разу не случилось, что Бог слышал. Все зря. Зафилософствуй, и ум скружится. Сегодня в обед хоронили, сейчас венчаем, завтра утром крестить будем. И конца не видать. А кому все это нужно? Никому. Все зря. Ну и как нынче называют приданое? Каким термином? Да зачем же менять хорошее слово? Точное. Ну, приданое взял, полагая, хорошее. Не без того. Жизнь наша, посмотришь, когда ты где я сватался, венчался, приданое так называемое брал. Но все забыто в круговороте времени. Да. Ну что, отец Николай? О, а я думал, вы, отец Николай, ушли. Да нет еще. И вы, отец Иван, ушли. Да нет. Думал. Пойдем к нам чай пить. Благодарствуйте, отец Протоиерей. Не время, мне надо еще отчет писать. Ну, как знаете, как знаете. А ты, между прочим, отец Николай, книгу к чтению мне сегодня не вовремя подал и не раскрыл.
И сам дважды молебство я перепутал. Вот что. Простите, ради бога. Кстати, что скажете приятного нового насчет душевой? Будет, не будет? Будет, все вам будет. Хорошо, что ты напомнил, мы бы так и ушли. Что, не получается? Господи, что это? Что с тобой? Что это такое? Кто это? Пропусти Батюшка... меня! Я... Что ж, пропусти! Что ж вы так мечтесь, а? Что ж вы? Я подруга Татьяны Репиной. Я отравилась. И с ненависти. Не совестно. Мне не совестно, папа, заперли. Пойдемте ко мне. Твари, хитрые сучары, я могу. Оставьтесь, не оставьтесь. Надо врача. Где жених, где свадьба, где? Как тебе не совестно, Мариша? Мне не совестно, папа. Заперли. Пойдемте. Твари, светлые, сучары. Как ты мог? Уйдите, оставьте меня. Уйдите. Уйдите. Уйдите! Считай, что это тебе реклама, папа. Вы похожи на мою сестру. Я ни на кого не похожа. Не внешне. Она ей 13 лет. Она толстая. Такая же террористка-неспровергательница в душе, как и вы. Вы здесь живете или в городе? Телефона нет. Домой побреду. Мама. Что? Ничего. Thank you.
Привет. Опять дождь назревает. Стало быть, ты передумал сегодня ехать? Мне очень жаль, что так получилось. Я виноват. Простите. Ой. Дети, пора спать. Пойти постелить. Надо пойти постелить. Все хорошо, все хорошо. Дети, пора спать, дети, пора спать, дети, пора спать, спать. Нет. Правильно. В этой речке утром рано утонуло два банана. Но в то же время, коль скоро мы заговорили об этом всем, послушайте, мне нужно поговорить с вами серьезно. Да, серьезно. Я всегда уважал вас и никогда еще не решался с вами говорить в таком тоне. Но ваше поведение, ваш последний поступок, ведь не бывает такого, чтобы мы сели за стол и чтобы вы не поднимали шума. Ваш хлеб останавливается у нас. Поперек горла. Нет ничего оскорбительней, унизительней, чем попрекать куском хлеба. Вы хоть и отец, но никто, ни Бог, ни природа, давали вам такого права так тяжело оскорблять, срывать на слабых
свое дурное расположение. Вы замучили и обезличили мать. Сестра безнадежно забита, а я... Ты не имеешь, не твое дело. Нет, мое Учись дело. Меня! Мое, именно мое. Надо мной вы можете издеваться сколько вам угодно. Но мать, сделайте одолжение, мать, оставьте в покое. Я не позволю вам мучить мать. Вы избалованы, потому что еще никто не решался идти против вас. Перед вами трепетали, немели, но теперь кончено! Грубый, невоспитанный человек, вы грубы, понимаете? Грубый, тяжелый, черствый, вы грубы, понимаете? И нелепо кивать на время, что, дескать, время такое грубое. Время всегда одинаковое, время всегда грубое. Все люди-то разные, и все терпеть вас не могут. Могут! Молчи! Ладно, молчи! Не любите слушать молчи, правду, молчи, отлично! Молчи, когда я говорю! Начинайте кричать! Отлично! Бросайте предметы, бросайте! А, вы не осведомлены, как это делается. Так я вам покажу. Вот раз, и еще раз. Не видно поближе. Раз, и еще раз. Вот еще раз. И еще раз. Это ты виновата. Это ты его так воспитала. Ты его так воспитала. Я не желаю больше жить в этом доме. Я не желаю больше с вами жить. Вы слышите?
Что? Выслал папа деньги? Выслал, выслал. Давай. Все будет нормально. Пока. Пока. До свидания. До свидания. Пишите. Уходя, уходи. Погода не балует. Прощайте, я еду. Прощай. Деньги на круглом столике.